Сегодня к новенькому ДК стянулось все село. Дети, их родители, конечно, старожилы, переступили порог совершенно нового дворца. Трудно поверить, но еще 3 месяца назад здание было в аварийном состоянии. Находиться здесь было опасно. В любой момент мог рухнуть отсыревший потолок. Очень страшно, потому что был потолок страшный, думали, что обвалится. На Новый год очень было мало людей, но нынче, надеемся, что будет очень много. Но ходили? Ну, ходили, потому что некуда больше ходить было. Сейчас дворцу не страшны ни ливни, ни ураганы. На своем фундаменте стоит твердо. Художественной самодеятельностью можно заниматься, ничего не опасаясь. Это просто праздник. Краски светлые, яркие. Сцена прекрасно оформлена. Занавес. Ну, все совсем другое. Это действительно сейчас единственное место, где люди могут прийти, пообщаться, попеть песни. Танцы, рукоделие, рисование. В Доме культуры можно выбрать хобби на любой вкус. Правда, проблема с кружком пения – нет музыканта. Жители надеются, чтобы в обновленном Доме культуры наравне со звонкими детскими голосами раздадутся вскоре и звуки музыки. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.